Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Витол, и мы продолжаем играть в Swamp Attack. Да, ребята, всем привет, и что мы сегодня? Мы сегодня хотим продолжить и проходить кампанию. Да, ребята, будем проходить кампанию. Пока что, ух ты ж, ничего себе, уровень НЛО только с оружием. Получаем мы за поражение НЛО, этот уровень вернет тебе все твое оружие. Непонятно. Ничего не понятно, опа. А, слушай, короче, надо... А, НЛО подлетает и забирает все оружие. Нужно его уничтожать, и тогда ты сможешь забрать все свое оружие, да? Ух ты, смотри, да. Так. Я так точно не понял, как дискит его уничтожать. Комары. Во-во-во. Опа, видишь, и обратно он вернул забираем. Тебе. Так, целая толпа крокодилов. Нормально. Слушай, у нас эффективнее, да, гораздо стала наша пушка? Ну, слушай. Мы же ее протюнили. Да, видишь, стреляют. Ты смотри, гады, а. Да, они так что уже все и легко. Слушай, так, НЛОшечка. Не успеваем перезаряжаться. Эх, обратно. Да, нам бы, кстати говоря... Нам бы что-нибудь, какое-то другое оружие бы прикупить. Но, к сожалению, пока что у нас не хватает на это голды. Да, ребят, не хватает, но мы будем, да, будем копить обязательно. НЛО, слушай, НЛО, конечно, очень сильно портит ситуацию. Да, согласен, оно прям подзабирало все наши эти. И вот эти вот еще комарики, мне кажется, они неприятные. Эх, ты в комариков вообще тяжело попасть. Слушай, ну я думаю, надо динамит бросить какой-нибудь. Ну давай бросим. Так. А как мы бросаем динамит-то? Вот. Слушай, четко в самом последний момент. Динамит забрали. Еще одно НЛО. Слушай, а НЛО какой-то... Подарочек. Другой динамит нам дарит, да? Ну, по ходу дела, да. У нас не было столько динамита. Я думаю, опять динамит нужно бросать прям. Да, куда-нибудь в центр бросаем. Да, да, прям. Только одного почему-то ударили. Как-то мало, да, в этот раз зацепило. Слушай, и НЛО, и куча всяких зверей, и людей. Все подряд, да, короче, прям летит. Да, все летит. И опять НЛО, ну-ка. Два НЛО. Ох ты, слушай, что такое, что за падение НЛО? Ай, слушай, а что случилось-то? Слушай, мы, наверное, заново уровень. Заново, да, надо было... Я просто хотел собрать... Давай, выходи тогда отсюда. Да, выходим. Ну-ка, вот сюда вот, в карту. Да, реально, мы прошли пятый уровень. Да, прошли. Слушай, 2300, а что у нас там в магазине у нас? Так, суперобойма, улучшить дробовик, но разблокировать на 15 тысяч надо. Не смотри, у нас на уровне 6 разблокируется. Видишь? А, Узи. На уровне 6 в эпизоде, да? То есть мы можем спокойно играть. Да, хорошо. Спокойно можем играть, сейчас на 6 уровне у нас должно разблокироваться. Вот, как раз надо пройти. Слушай, может тогда протюним то, что у нас есть? А зачем? Мы же не знаем, сколько будет стоить УЗИ это само по себе. Так, шквал монстров. Маньяка. Так. Ну что же, ух ты, толпа идет. Почему у нас так мало этих динамита? Ну и НЛО все позабирало. НЛО все съело, да? Уточка нам добавляет монеток. Так, перезаряжаемся, чтобы... Слушай, надо максимально эффективно стрелять в них, да? Да, нужно максимально эффективно и использовать тоже, мне кажется, динамит и коктейль Молотова. Не забывай, ну, я думаю, что это в крайних случаях будем использовать. Ну, хорошо, да, согласен, да. Потому что они все-таки как необычные, такой специфические. Так, пока что все хорошо у нас идет. Слушай, кританули там где-то. Мультивыстрел. Это круто. Отлично. Так, перезаряжаемся. Хорошо, есть время перезарядиться. Слушай, УЗИ, кажется, будет прикольная тема. Надо будет так... Да-да-да, всех расстреливать просто прям подряд. Ух ты, ёлки-палки. Мне кажется, самое время коктейль Молотова использовать, какой-нибудь поджечь их. Давай. Давай, коктейль Молотова зарядим. Опа! Горите! Горите! Ты ж смотри, не успевает перезаряжаться, а? Ну, по крайней мере, они практически все сгорели. Да уж, ребятки, это только половина. Сейчас будет, конечно, жестко. Походу, будет еще больше замес. Да, интересно, правильно, главное прочувствовать, куда нужно стрелять, чтобы он по всем. Да непонятно, на самом деле. Куда-то в толпу надо стрелять. Как-то, чтобы задевал, знаешь, между ними. Между ними. Хоу. Так, все, это отлично. Еще сейчас одна волна пойдет. Так, перезаряжайся, пока перезаряжайся. Ух ты, смотри, кто ты плывет смотри, там. Смотри, еноты. Еноты, их прям огромное... На динамите, кстати. На говорю. Динамите, да. Если они доплывут, я думаю, нам не очень хорошо. Не доплывут. Но не сильно так, на самом деле, они дамаг наносят. Нормально, мы справились. Перезаряжаемся пока. Хорошо, давай. Ну. Кританули. Отлично. Отлично. Слушай, вот крит мне кажется, сейчас помог. В конце пойдут и еноты, и... Да. Иди. Крокодил. Смотри, ни по кому не попадаешь. Хочешь... Хочешь отвесить? Да. Хочешь отвесить прям. Ух ты, смотри, один добежит. Ну, чуть-чуть, да, добежал и подзорвал нас. Ну, ничего страшного. Да, вот сейчас будет жестко.
Да, сейчас, походу, дело будет какой-то... надо бросать мне что-нибудь еще, я думаю, либо динамит. Только одного. Только одного. Нужно, мне кажется, огненная вот эта штука гораздо круче. Тихо. Ты смотри, почти хелсов не осталось. Да, практически не осталось, а осталась еще волна. Так, я предлагаю... Чё, кританул там. Я предлагаю кинуть сейчас в них, прям в центр, в самый центр, в самый центр. Самый центр динамита, еще и поджечь. Да, и поджечь какой-то. Во, хорошо, вот это вот уже поинтереснее. Отбились, да? Отбились, да, супер. Фух. Главное сейчас не нажимать ничего лишнее. О, разблокировано УЗИ! Наконец, ребята! И у нас есть, смотри, у нас есть и УЗИ. 128 патронов. Походу, еще патроны будут нужно покупать для УЗИ. Эх, ты ж как. А, ты смотри, мини-игра загружается какая-то. Мне кажется, это не мини-игра. Это просто реклама. Это просто реклама была. Так, смотри, боеприпасы, да, точно, боеприпасы надо покупать наверняка, да? Да, вот у нас 128, интересно, за 150 сколько добавится боеприпасов-то? Ну-ка. Да, немного. Немного, слушай, улучшить, может улучшим? Давай улучшим музишку, да, посмотрим, что из этого получится. Так, да, ребятки, потратили много денег. Мне кажется, нам еще нужна оборона. Оборону какие-то ставить уже. А, разблокироваться на 8 уровне. Так что все нормально. Надо просто проходить, ребят. Да, проходить. Давай поиграем в мультиплеер немножко и да, поругаемся онлайн. Поехали, ребятки, играем. У нас 90 каких-то очков непонятных. Ох ты, 480 у него. Играем? Да, и мы на пистолетах играем. Поехали. Слушай, он из... А что ты сделал? Я играть не нажал. Я не знаю, все остановилось. А, вот, нормально, кстати говоря. Ну? А, идет загрузка, да, он слушай, отказался, наверное. Он отказался, да, наверное, не захотел с таким легким персонажем. 480, ничего себе. Да, это какой-то мы дикий, бы проиграли, дикий наверное. Просто. Так, мультиплеер, ребята, отстреливаем. Слушай, можем сразу ему зафигачить кучу всего. Да, думаешь, прям сразу? Опа, он нам уже, рыбки, он уже рыбки. Кстати, неплохо, рыбки, мне кажется, ты смотри. Штучек. Ну что, давай дамажем. Смотри, мы можем сейчас три рыбки ему закинуть. Давай три рыбки ему закинем. Рыбки неплохо доплывают так. Видишь, у него поп такие неожиданно. Да, и нам, кстати говоря, покоцали. Смотри, у него тоже вон рыбки. Раз, два, и коцают его, смотри. Да, кусает? Да, что-то... кусает, отстреливается. Он так, отстреливается. Ну что, кого кинем? У нас 8. Давай вот этого мощного какого-нибудь. Ну давай мощного. Смотри, кто... Так, у нас... Ой. Не, вот это ерунда все. У нас 15. Давай кинем крысу большую и водяных. Вот это рыбку. Ты всех подряд даришь, чтобы кинуть? Слушай, ну отлично. Я крысу ему кинул и... И обычные вот какие-то. Да. Но он легко как-то от них отбился, мне кажется, от рыбок сложнее всего отбиваться, да, потому что они надо. Неожиданно выскакивают. Ну что, рыбок? Да, я думаю, надо накопить штучки 3 опять, и опять 3 ему зарядить рыбки. Так, ты смотри, птичка долетает и наносит нам дамаг. Птичка долетает и наносит, даже птичка три долетает. Рыбки давай, пошло. Три рыбки пошли. Так, что-то они там не приземляются, что-то не пойму. Что происходит вообще? Есть. Плывут. Все, поплыли. Хорош. Но все-таки кому-то удалось из рыбок доплыть. Мне кажется, тремя рыбками годная такая атака получается. А ты как думаешь? Да, можно. Сейчас отобьемся от всех. Просто тут такая борьба прям не на бой. Можно пробовать докопить до 4 рыбок и прям конкретно уже с 4 рыбками попробовать. Так, у нас 19, еще одно, да? Одно яйцо, да, и 4 рыбки можно заряжать. И у нас еще 3, и может даже тортилу какую-нибудь, может быть, придачу ему. Чтобы он расстроился конкретно. Давай вот так вот. Слушай, там уже все, у него все, по всей видимости, ему да, пришел конец. Да, очень много. Да, победа, ребята, мы молодцы. Галтышки получили, мы молодцы, большие. И это круто. 678 за игры вообще не годненько. Да, неплохо за. Опа! Реклама, ребята. И очередная реклама. Да, как же без этого? Вот так вот. Промокод даже есть 2017. Вот так вот, ребятки, мы поиграли. Очень круто. В магазинчике можем теперь что-то еще купить. Деньги, монеточки нам добавляются. Это хорошо.
Это да, ребята, хорошо. Ну что же, мы будем развиваться в этой игре. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Возможно, есть какие-то лайфхаки или секреты. Пишите об этом тоже. Да. С вами был канал Детол. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наши каналы. И до новых встреч в новом видео. Всем спасибо, ребята. Пока.